Всем привет! Сегодня мы играем в симулятор. Да, мы играем в не в The Song of Battlegrounds. И даже не в Bad Business. Мы играем в какой-то симулятор мускулов. Ну, мускул, как это? Мускул симулятор вроде так и называется. Ага. Сейчас трачу энергию. Окей, я уже вот такой вот чуть больше накачанный. То есть мне только нужна энергия. Чтобы получить энергию, надо делать вот так вот, да? И дело начала куча всего было, я могу то есть несколько таких. О, да. Я, наверное, очень много таких смотрю. Мне же еще больше надо. А я могу еще уток? Утку. Я могу, наверное, даже не одну. О, три утки. Нет, не пробилось. Вот на двух пойду. Пам! Ускученный. Смогу ли я унитаз вести? Не. Слишком жестко. Все, теперь вот можно пройти, в принципе. Ну, выглядит симулятор прикольно. Я, на самом деле, сам не очень люблю симулятор. Но этот выглядит прикольно. Ой. Ничего не придумал. Так. Все, мне больше не хватает. Теперь я вообще еще больше накачиваю. Сколько же уток я теперь? Могу ли я теперь 3 утки? Да, вообще изи. 4 утки. Тоже изи. 5 уток. Тоже изи. Я, значит, могу даже 6 уток? 6 уток. И все перья. Могу ли я туалет взять? Нет, еще не могу. Вот здесь, значит, просто кликаем. Здесь, значит, просто кликаем. И быстро. Не, бежим. И еще один раз так можно сделать. И, в принципе, сколько у меня энергии? 614. У меня энергии. Сезон какой-то. Наверное, можно просто. Так. Думаю, сейчас здесь вообще нормально. У меня будет мощи. Ого, 10 миллионов мощи. Научи меня. Эх, чувак, во-первых, ты выбрал еду цивилизацию. Так, ладно. Тестим, могу ли я туалет теперь место снимать. На изи. 2 туалета. Тоже изи. 3 туалета. Тоже изи. 4 туалета. Уже не изи, уже не могу. Ну, 3 туалета могу. Пом-пом. Ничего себе. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И это все. Ладно. Перья мне мешают. Слово просто. Так. А там типа следующее все понятно. У меня уже 1003. Оу. Тун-т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 ун. А кстати, у меня же
мускули, я ощущаю, у меня прям подходит скин. Так, двигать надо. Сложно. Тяжело. Теперь я еще мощнее, вообще руки, базуки просто. Сейчас я думаю сразу 6 планов. На изи. Еще 6 уток. Изи. Еще 6 вот этого. Теперь. Изи просто доношу все вот этого. На 1041. Еще один заход. Джиам. Пам-пам-пам-пам-пам. Уже 2082. 82, это тоже точка 82, и скорее всего это 802. 820. Я так говорю, потому что здесь так написано. Но это так и имеется в виду, но короче. О! Я могу такие вот большие поднимать. Да, они потому что маленькие превращаются вроде бы. Братан, можешь уйти, пожалуйста. Дали достижение за 50. Мощи. Реально жизни это немного не так работает, но в принципе ладно. А, ну потом. А чё мне надо, чтобы туда попасть? Дала. Я за него ничего не сделаю. Мне оттащить? Это прикольно сделано. Имба, имбулечка. Так. Вот, кстати, погонят. Знаете, как я понял, самое такое, ну так вот. Сразу 6 поехали. С затруднениями немножечко. Но сразу нормально так. А чё они так много дают? Так, это уже гиря. Ну, что здесь? А, ну да, гиря. Пентагон. Могу ли я вот так? Да, могу. А могу ли я вообще вот так? Ладно. 2-2. То есть всего по 2. И пау! Ох! Так, у меня все много. Попробую 3. Да. А у меня 3 плюс, а 4. Не, 4 уже нет. А, то есть не получится. Хотя, ну если прям вот так вот мансить, то можно попробовать дотащить сразу 2. Но это долго и неинтересно. И, да, вот так вот. Зарабатываем кучу энергии и идем вон туда. Вот. Что это? Это донат, это донат, это донат. Это пэты. Так, я круто бутанул где-то. Теперь у меня есть пэт. Переходит за мной. Понятно. Так. Набрал я, короче, силы. Пойду сразу 3000.
Не почувствовал, просто вообще на изи. Поехали сразу 6. Ладно, 5. Ладно, 4. Вот 4 нормально так идет. А, вот он мне пэт повышает заработок. А чё тут бол? Ну, тоже изи так. Вообще изи. Ну прям вообще изи, короче. А, ну они, короче, не тяжелые. Потому что вот поэтому, в принципе, изи. Насчет этого уже нет. 3 вряд ли. Нет, не вряд ли. Это шина. Ладно. Сейчас мне нужно куча всего дать, да? 600. Нет, 500. Ну, я почти угадал, короче. Прям вот эти две. Прям вот эти две. И поехали. Неу. Так, все. Я уже, кстати, не... Ладно, я все еще нуб, но уже другой нуб. Перевести не могу, не знаю английский. А. У меня скоро достижение. Скоро, это прям сейчас примерно. А прям сейчас примерно это... Вот сейчас у меня достижение. Пау! Мне его дали, я уже напугался. За 100 силы. Можно было, в принципе, догадаться. И я догадался. 6 на изи. Не то, что изи, но изи все равно. Все, вообще, сейчас изи принесу. Не изи, но я должен принести. Я должен это все принести. А, Мансим. А, я дойду. Я дойду. Я дойду, я почти... А, я нет, я не почти дошел. Я дойду. О, дошел. Буквально. Еще раз так сделаю. Бам-бам-бам-бам. Как всегда, Мансим. У меня ухо зачесалось. Все, можно продолжить. Взял. Давай. Достаточно много. Да, дошел. Как бы, ну да, в принципе, я ничего не нажал там. Можно, в принципе, качаться, у меня уже 8. Больше даже, чем 8,5. Уже меньше. 8000 энергии у меня было с половиной. Кстати, это не первый ролик, это второй, на самом деле, ролик. А первый я записал, а у меня-то просто не записался звук. Это очень плохо. Ну, в принципе, и ладно. Ну, и ладно, я просто теперь, ну... Кстати. А их только 3, наверное? Фу, мне интересно. Давай вот этих 6 возьму. А, я проношу, серьезно? Окей. Не, ну я уже чел хорош.
три шины принесу. Ну это вообще. А шесть шин. Сейчас мы это узнаем. Ба-ба-ра-ба-ра-бам. На шести шинах я уже летаю. На пяти тоже. На четырех тоже. На трех нормально, так по кайфу идет. Так. Поехали. Давай, иди. Все. Шок это дано. Понял. Вопрос отнял. Кстати, здесь у меня вот только 126, а челика здесь уже сейчас. Капец. Ладно. Буду сейчас качаться. Буду теперь чисто шины буду двигать, потому что я уже очень мощный. У меня еще нет, правда, 10 миллионов мощи. Но это не помешает мне носить шины. Давай. А, у меня уже 150 сейчас было бы. Но у меня нет 150. Окей. 6. На 4. На 4 несу. 4 окей. Я донесу. Нормально, у меня сейчас вот столько энергии, сейчас будет намного больше, вам 5000, даже уже округлим 6, короче. У меня 6000. Да. Бара-бара-бам. Поехали. Там что-то жесткое. Опять кашель. У меня сейчас, скорее всего, новое звание будет. Что у меня уже будет 150 и у меня уже strong noob. То есть сильный нуб у меня уже. Я уже не нуб, я уже сильный нуб. Просто понимаете? Чисто мое звание The Strongest Battlegrounds или сильный нуб. Потому что вроде играть умею, а вроде нет. Так. Теперь я сильный. Можно сразу 5 понести. Ну или нельзя. Мне вот эти стаканы не обязательно, но вот эти гири я бы взял, потому что на них достаточно много можно получить. Шары очень тяжелые, вот этот бот. Давай! Нужна колеса. Самые сложные предметы я взял. И все самые тяжелые и много энергии. Бэйби гигант. Так, еще раз у меня будет 18.50. Ну, лучше пойти от самого несложного к самому сложному.
что это было бы логичнее тогда. Такие 4 шины. Я еще 3 шара взял. Я, кстати, иду. Очень медленно, но я иду. Все, теперь нормально. Ну, как всегда, это все эти шары мешают. Ну, как бы во всем виноваты эти шары, как бы. По факту. Они виноваты во всем. Вон, у меня 17 тысяч, меня засканило. Ну и ладно. Возможно, сейчас у меня уже будет опять новое звание, если я на 200 сразу смогу накачаться. Хотя вряд ли. Хотя... Нет, не смогу. Не смогу. Нет. Или да. Нет, не могу. 5. О! Так, возьму шары. Я знаю, что они всегда во всем виноваты, но все-таки они дают мне энергию, поэтому их можно взять. Я взял абсолютно все. Ну, не всего по максимуму, например, шины я только 5 взял, не 6. Не знаю, могу я 6 взять. Надо посмотреть, кстати. Вдруг я уже могу сразу 6 взять. Эти симуляторы на самом деле прикольные. Так. И могу ли я взять 6? Да, могу. Вообще сейчас на изи просто выиграю всех. В принципе, прикольно. Поехали. Едем. Едем, понял. Идем. У меня будет очень много энергии. 24 тысячи энергии у меня. Сейчас у меня уже будет новое звание и новое достижение за 200. Как я понял, здесь за каждые 50. Сейчас мы это проверим. Новый вот массивный мук у меня. А достижения мне не дали. Спасибо. Ну, в принципе, не очень-то и хотелось. Ладно. Я хочу попробовать уже накатить этот протеиновый батончик. Я думаю, я его на изи отыщу. Просто не почувствую сейчас. Ну да. В принципе, как я и говорил. О, изи было, потому что я уже массивный нуб, я уже как бы деловой человек. Можно открыть пэтшоп? Или нет, нельзя. Так, ну возьмем сразу 6, я же... А, ну 5, я же крутой. Да, еще суш. 5. Я же крутой. Ладно. 4. Ну, в основном как бы шары и новато. Кто досмотрел до этого момента, пишите в комментариях, шары виноваты. Хэштег шары виноваты. И ехали. Сколько? Все, я хочу открыть себе новое пета.
Пам-пам-пам. Понятно. Отстой какой-то мне выпал. Пам-п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 ам. Все, у меня уже скоро будет новое звание, а именно Gold 4. Там, падай. Да как это? Опять эти шары реально уже бесят. Разработчики, уберите вы эти шары, они реально уже очень бесят. Я из-за них вообще здесь не могу ничего сделать, они мне очень мешают. Чисто суши буду нести сейчас. Выгуливаю суши чек. Я тоже так могу. Так, ладно. Открою ПЭТ. Там может что-то крутого. А, кстати, мне вот это выпало. Мне не это, не это. Девочки. Отстой какой-то. А, я его продать мог. Ну тогда окей. Правда, я сразу в минус ушел. Уже мега, ну, так я вообще просто не могу. Я знаю, кстати, как вот я сейчас буду записывать второй ролик, я даже знаю, про что я его буду писать. Car Crushers, наверное, 2. Вторую часть. Потому что я вспомнил только что про этот режим. Хочу попробовать взять вот тебя. Не тебя, тебя. Ну, на изи просто вообще. Два пирога. Ну, не на изи, но... Хотя... Ну, я уже мега нуб. Мне можно, в принципе. Мансим. Давай, давай, о, 4000 и все. Не, я так не хочу. Музик. 5 штук этого. 5 штук этого. И поехали. Не, кстати, можете предложить свои режимы в комментариях. Потому что моя фантазия не бесконечная. Не могу просто достать и найти какой-нибудь Блоксфрутс и играть в него. Потому что Блоксфрутс я уже прокачал. Ну еще потому что мне не нравится Блоксфрутс. Он мне надоел. И Юба тут надоел. А вот Юба Нью Юниверс, которая вышла глобальная обнова, где поменяли карту, ремодели, все эти стенды, анимации, новое что-то там добавили. Просто вот про это можно, кстати, снять. Про Диго за Adventures New Universe. Так, там другое название уже теперь. Откуда вообще пода? Ах, ишь, камонка выпала. Продаю всего лишь 800 голды. Вообще. Интересный факт. Я это... Мы с другом начали играть, я уже бэйби моду. Мы начали с другом играть в стендов, точнее я уже давно играл, я такой, типа, предложил своему другу поиграть в стендов. Такой установил, он хотел стать, типа, трейдером, он трейдить хотел. Ну и, короче, я ему отдал всю мою голду, которая у меня была на аккаунте, потому что я тогда ее потратил, не помню на что, у меня было только 8 голды. Я ему отдал, сейчас... Я удивился, он мне просто вчера скинул фото, то что у него 150 голды. Он из 8 голды 150 делал. Он мне сказал, то что когда у него купит скин,
он что-то, короче, сделал. У него откуда-то нож за 900 голды. Он 8 голды превратил в 900. Ну, в принципе, ничего необычного. Например, я в трейде не очень понимаю. Да, конечно, я что-то знаю, но... это сложно, тяжело. Что? Я прикол взял. Я, оказывается, даже могу принести. О, май гад. Ничего себе здесь арен. Значит, этот ролик не одна часть будет. Че я говорил, идей нет? Ну, как видите, уже есть. Так, еще раз принесу эти. Курицы. И что это, как это? Индейка? Короче. Да, это вроде индейка. Знаете, индейцы. Челики, вот это их мясо. Нормально у меня здесь стакан тимиса. С жареной курицей какой-то. Здесь что? Какой-то стакан за тимиса. Окей. Да я не могу, просто вообще, что такое? Да, я ж ребитки еще. Ребитки. Ребитки еще есть. Вообще просто. Так, я уже вникнул на масс. Ну, в принципе, прикольно. Вообще, круто. О, у меня уже 4, теперь я просто буду. Вот отлично, я теперь уже массивный. Так, я прохожу, наверное, уже в Next World. В новую арену пойду. Не знаю, почему здесь написано World. Это там, а там ниже написано арена. Ну да, на изи, как бы, как всегда. Не почувствовал, просто бактяра. Бро, нужно тренироваться. Как говорили. Почему не люди? В принципе, на этом я могу заканчивать. Всем спасибо за просмотр и всем пока.